Думаю, записать на. Прикольно. По шумам, блин. Не знаю, какая-то дорожка тут их. Проедем. Вообще я заехал со стороны Друганова. Думаю, один ход. Красиво как. 1 сентября. Прохват по лугам. Солнце светит. Тепло. В одной кофте вот такой. Шмата, ёпрасоте. Пешкодрапом пройти можем. Но мы все равно поедем по этой дорожке. Здесь столик классно сделан. Люди-то все равно, говорю, более сознательные стали, как бы, ну, еще бы между собой не ссорились. Все бы нормально было. Если вот травку вот покосил, вообще классно. А вот тут трамплинчики, вся хуйня. И что-то там дорожка. Довольно-таки. Прикольно. Это объезд, скорее всего. Но. Блядь, палец веточкой ударил. Там что за будка какая-то? Будочки. Насосная станция какая-то что. Так, это что за дрожь? Не, это так, наверное, подъезд к берегу. Посмотрим, где выедем мы в этой дороге. Ну, короче, дорогу надо тычкануть, кататься. Довольно-таки прикольная дорога. Красивое место. Рыбаков вижу двух. Я по этой дорожке-то не ездил ни разу, все. Больше не буду асфальтом ездить. Такая классная дорога уже. Тут трамплинчиков полно вообще. По башням, по Червишевске, мы уже на Бышме где-то подходим. Ямка.
Да. Так и есть. Мусор. Мне кажется, черная резкая чистота и порядок.